Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Наша музыка». Я Максим Горсков. Сегодня мы работаем в прямом эфире. И у нас сегодня гость, как мы решили вместе с ним, автор-исполнитель. Ну и, в общем-то, как мне кажется, вообще замечательный человек, у которого огонек в глазах. Максим Ермачков. Собственно говоря, два Максима в студии. Если бы между нами кто-то был, наверное, можно было бы загадывать желание. Максим, в общем-то, визитная карточка, наверное, какая-нибудь песня твоя сразу. Да, между нами зрители, так что они пусть загадывают желания. Совершенно точно. Визитная карточка. Ну. Крохотный пальчик движется плавно, он нарисует белые трубы, море и пальму и лучшего друга. Мама, я хочу такие крылья. Мамочка, я стану самым сильным. Мамочка, я буду тебя слушать. Взрослые лечат души. Маленький гномик, белая птица, детских историй не повторится. Он нарисует храброе сердце тех, кого любит, он пустит погреться. Я хочу такие крылья, мамочка, я стану самым сильным, мамочка, я буду тебя слушать, маленький мальчик, взрослые лечат души. Крохотный пальчик ищет игрушку, он нарисует белое солнце. Мамочка, мама в ответ улыбнется. Маленький мальчик в белых подушках. Крохотный пальчик ищет игрушку, он нарисует белое солнце. Мамочка, мама в ответ улыбнется. Это программа «Наша музыка». Сегодня у нас в гостях музыкант Максим Ермачков. Вы можете к нам звонить в прямой эфир, задавать вопросы гостю, или же писать на нашу страницу ВКонтакте «Наша музыка». И там есть специальный раздел «Вопросы к эфиру с Максимом Ермачковым». Можете туда писать, в общем-то, вопросы. Мы прочтем их обязательно. Вопросы один, кстати, уже есть. И ответы можете писать тоже. Ну, можете и ответы писать. То ответы тоже прочитаем. Бывают такие вопросы, в котором уже ответ содержится. Максим, в общем... Как дошел до музыки-то вообще? Вот с чего все началось? И музыкальная карьера как пошла? Началось, как у всех, наверное, с программы «Спокойной ночи, малыши». Ох ты, почему так? Потому что музыка там начиналась, всегда ее ждал. Ну и в конце как-то тоже не каждый после «Спокойной ночи» начинает петь и писать. Если серьезно. Ну, если серьезно, конечно же, не случайно, потому что любил музыку слушать. Пластинки, детские бременские музыканты, «Голубой щенок», различные наши советские композиторы. Потом познакомился с авторской песней. Так получилось, что меня познакомили с тем, что делают люди конкретно. Не такие вот профессионалы, прям уж композиторы, поэты, а просто обычные люди, барды, так их назовем. Вот, с бардовской песней познакомился. Потом уже чуть подрос Виктор Цой. Очень понравился мне, я прям еще больше полюбил музыку. Потом Депеш Мод полюбил. Ну, в общем,
донести его по чуть-чуть. Ну, сам-то ты тяготеешь все-таки к какой музыке больше? К бардовской, к року, к чему это вот? Все-таки, вот например, тяготение, по этой композиции нельзя сказать. По этой композиции сложно сказать, да. Ну, мне кажется, по всем моим композициям сложно точно сказать, к чему я тяготею больше. То есть там некий такой синтез, наверное. Так получилось, что я и это люблю, и это. Но больше, наверное, все-таки на данном этапе своего творчества и жизненного пути мне больше нравится, конечно, коллективное что-то. То есть вместе делать музыку, вместе ее... В команде, да. Угу. Поэтому сейчас я занят, немножко отошел от авторской такой стези, вот на фестивале такие бардовские не поехал, поскольку хочу сейчас как-то музыкально показать, чему я научился, что мне нравится, в общем, каким-то образом сделать. И как давно ты с командой играешь? С командой я не играю, сейчас еще тоже, она у меня в процессе создания, то есть у меня есть музыканты. Ну ладно, я видел несколько видео, где там совершенно конкретный состав уже какой-то играет. Это состав, у меня вот как раз с этой пластинки, те ребята, которые работали над пластинкой, так. Вместе мы записывались, познакомились на записи. После этого мы сыграли концерт, но пока на этом и ограничилось. То есть лето, все отдыхают, все занимаются своими делами. То есть это был единственный концерт, это был единственный пока эксперимент? Да. Вот. Из последних это был единственный коллективный концерт, но они будут осенью сейчас. Первый на данный момент последний. Не первый, я уже 17 лет этой музыкой занимаюсь. Нет, я имею в виду с группой. С группой, да. Ага. С группой, да. Слушайте, ну я думаю, что раз мы уже про это заговорили, я думаю, может быть... Композицию из группы что-нибудь. Да, может быть, мы посмотрим видео как раз, которое у нас заготовлено «Колесо». Как раз вот проиллюстрировать. Давайте. Вот, скажете. А потом как бы мы продолжим. Вот как раз к разговору об коллективе, который работал вот над этим альбомом. Вот они там споют в телевизоре, а ты расскажешь про этот альбом. Хорошо. Давайте посмотрим тогда выступление. Thank you.
с Максимом хотели поговорить о том, что же писался на вот новом альбоме и какие там люди принимали участие. Вообще, расскажи про этот альбом. И вообще, сколько у тебя альбомов? Потому что о тебе, может быть, знает, так скажем, узкий круг ограниченных людей или, может, неограниченных? Я расскажу. Первый альбом у меня вышел в 2003 году. Это, грубо говоря, демо, которое мы записали, показали его Андрею Владимировичу Тропиле, такой известный дядька у нас. Ну да. Много кого писал. Он услышал это демо, мы с ним вот еще, когда он был в студии у него было, скажем, 2003 год, он его отслушал при мне целиком, говорит, давай я его выпущу. Ну, в итоге он выпустил это, вот, грубо говоря, отсчет такого альбомных дел. 2003, потом в 2005 был альбом «Шаг за шагом». Потом... Это я говорю о коллективе, то есть, как мы начали. У меня была группа «Пуля». «Пуля» и вот. Потом я их распустил, коллектив. Стал, то есть, все-таки коллектив играть. Был? Да, изначально он был, и изначально я не как автор начал. У меня немножко наоборот все. То есть, я сначала ребят собрал, хотя и сам еще толком ничего не умел. Поэтому какое-то время это посуществовало, и я, в общем, после этого их разогнал всех, вернее, отпустил, освободил. Занимаю их обязанности. Как вы назовите, но остался я один. Остался я один и стал один и ездить, играть, вспоминать, грубо говоря, учиться каким-то делам в одиночку. Теперь научился и теперь опять всех собираю. Так что звоните, приносите. Да, пишите еду, ваши вопросы к нам на страницу ВКонтакте, звоните в эфир. Мы вам что-нибудь ответим на ваши вопросы. Я предлагаю еще что-нибудь спеть. Да, с удовольствием. Может быть, из нового чего-то? Да, из нового. Келюшка, Келюшка, где же ты, родненький? В степи донецкие вышел ли в дождики? Те, что с фонтанки по улице Пестеля льют в твои самки без веры, без крестика. Ходишь один с головою опущенной, нет, не воздвигнуто нового сущего. Оси земные в хребтину впиваются, некому не во что, не за что каяться. Знаешь, мне кто-то об этом рассказывал. Там было лето, но не было праздника. Иглы и пули, и мятные россыпи. Сколько распято ребят девяностыми. Келюшка, Келюшка, что ж мы наделали? Красные, синие, желтые, белые. Флаги, как петли, на шею кидаются. Некому не во что, не за что каяться. Кинуть в форточку хочется, в угол забилось, дрожит одиночество. Вот и не скажет никто, что знаком был с тобой. Что если жизнь не испита на донышко, выгляни, милая, выгляни, солнышко. Келюшка, Келюшка, где ты, любимый мой? Как же так вышло-то? Видно, хлебнули с тобой тогда лишнего. Хлеба горбушку и ту половинили. Маки в кадушках, какие там лилии. Келюшка, Келюшка, были ведь братьями. Кровью ушло молоко этой матери. Родины нет, так по свету болтаемся. Некому не во что, не за что каяться. Ты не звезда и не сбылось пророчество. В угол загнали, дрожит одиночество. Вот не скажет никто, что знаком был с тобой. Что если жизнь не отломлена горлышко? Выгляни, милая, выгляни, солнышко. Келюшка, Келюшка, где ты, любимый мой? Если жизнь не отломлена горлышко, выгляни, милая, выгляни, солнышко. Ты любимый мой. Келюшка, Келюшка, где же ты, родненький? В степи донецкие вышел или в дождики? Те, что с фонтанки невой обрываются, некому не во что, не за что каяться.
Сегодня вы можете звонить к нам в эфир и задавать вопросы. Кстати, вот я уже говорил, один вопрос у меня есть, но я его озвучу чуть позже. Максим, вот в данной песне я услышал такие интонации Высоцкого на самом-то деле. Насколько я знаю, ты, в общем-то, тоже и любишь Высоцкого, и исполняешь Высоцкого. Mm-hmm. С чем связано такое увлечение? Вот чем у тебя? Да ты внешне даже знаете, немножко похож, так я сказал. Связано с тем, что я его очень люблю и слушал его с детства. Я вас, конечно, пошутил. Спокойной ночи, малыши, меня не так сильно доверили. У каждого свои спокойные ночи. И поэтому я, конечно же, слушал его, очень люблю, учился, грубо говоря, не петь учился, а думать, жить и чувствовать, наверное. А как я пою, не знаю. Ну вот, я знаю даже, что чуть ли не один из лучших исполнителей Высоцкого тебя называют. Что ты об этом можешь сказать? Ничего не могу об этом сказать. Я, знаете, когда я его пел, уже у меня группа была, «Пуля» долго. Я не пел его песен, потому что я думал, что это нереально, у меня никогда в жизни не получится, я даже не пробовал. А ты вот, кстати, поэтому... их поешь или ты их проживаешь? Вот Высоцкого-то, в общем-то, наверное, надо как-то, наверное, прочувствовать, чтобы вот так через себя его. Вот у тебя какие взаимоотношения с ним, с его песнями? Я его очень люблю. Больше ничего не знаю. Хотите, спою песню? Давай. Лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой встряхнул, чтоб слетела блажь, да вокруг взглянул и присвистнул. Аж лес стеной впереди не пускает стена, кони брядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна. Колят иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, выручай же, брат. Ты куда, родной, почему назад? Дождь, как яд с ветвей, недобром пропах. Пристяжной моей волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, а бежать не суметь. Из колоды моей утащили туза. Да такого туза, без которого смерть. Я ору волкам, побери вас прах. А коней моих подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые и пою при том очи черные. Храп да топот да ляск, да глухой перепляс. Бубенцы плясовую играют с дуги. Эх вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите, враги. От погони той даже хмель иссяк, мы на ряж крутой на одних осях. В хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышали, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел в поводу. Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду. Песня «Погоня» называлась. Да. А у нас в студии Максим Ермачков. Максим, вот, кстати, касаемо Высоцкого, если бы он жил в наши дни, мог бы он стать рок-музыкантом, как ты думаешь? Потому что многие говорят, что это, в общем, первый рокер. Да он мог стать кем угодно, он сам говорил. У него спрашивали, кем бы вы могли быть, если бы не рок-музыкантом. Я думаю, что он, конечно, бы... Не знаю.
А знаешь, во Франции он с удовольствием играл с французскими ансамблями. Есть какая-то запись с каким-то гитаристом, у которого такой весьма роковый электрический звук на гитаре. Да. И вот запись, по-моему, существует даже под названием «Высоцкий электричество». Правда? Вот. Но где-то она есть, да, я даже пару песен оттуда слышал, да, весьма вот как бы. Я думаю, что, конечно, он, может, поэкспериментировал с карданом, может быть, даже с каким-нибудь. Хотя навряд ли. Вряд ли. Вот, я знаю, что вот Башлачев тоже, он даже и не пытался Он пытался, на самом деле, но не получилось. Никто не мог, да. Ну, так раз не он и говорил, если бы я нашел таких ребят, которые бы поняли бы все это дело, я бы, конечно же, с ними бы играл. Тут вот какой вопрос. И также, наверное, Владимир Семенович бы с удовольствием бы во Франции с Казанским-то, как они играли. Но... Он же играл очень здорово с этим, с Тодоровским в Одессе, когда приезжал. И Тодоровский в интервью говорит, Высоцкий, перепеть, говорит, невозможно. Как загласит там на этом пляже в Одессе, так хоть, говорит, святых выноси. Ну, в общем, главное, что, по крайней мере, музыкантов ты собрал, те, которые тебя устраивают. А я вот, наверное, зачитаю вопрос, который к нам все-таки написали ВКонтакте. Пишет нам Ксения. Добрый вечер. Вопрос гостю программы. В какие периоды жизненные, непогодные, чаще всего приходит вдохновение для написания слов, песен, стихов? Хотя, интересно, с погодой это тоже могло бы ассоциироваться, наверное. В какие периоды, да? Не знаю, для меня это, в общем, такой до сих пор волшебный процесс, откуда все это приходит и как это все уходит. Я знаю, что работать с песней, вообще со стихотворением, с каким-то материалом, который к тебе что-то пришло, всегда непросто. И периоды здесь, не знаю... Ну, конечно, такие грустные песни, хорошо над ними работать, наверное, осенью, когда все течет. Ну, оно вообще приходит в каких-то экстремальных жизненных ситуациях или что-то. Или, по-всякому. Вот, например, последняя песня у меня вот в Твери как раз, Ксения, я так понял, из Твери. Она пришла как? Просто у моего друга, приятель, такой взрослый дяденька, кличка Ананас у него. Он так танцевал на концерте, что вот так он меня вдохновил, что даже песня получилась. Поэтому по-разному бывает. Вот, работать лучше, конечно, всегда. Не терять время. Если есть время, не в телефоне сиди. Это я себе говорю, а не зрителям. Зрители сами разберутся. А попиши что-нибудь там. Полови ее, эту музу. Может, она летает, а ты смотришь сюда и не видишь ее, она тут. Раз, и как что-нибудь слово зацепилось, потому что не всегда у тебя есть уже конкретная форма, мысль, что ты хочешь сказать. Иногда она из какого-то оборота словесного, раз, что-то зацепится, и дальше ты уже начинаешь творить-работать. Ну, давай тогда еще песню. Про альбом хотели, давайте стихотворение прочитаем. Да. Альбом называется «Давай поженимся сегодня». Значит, вот как раз вопрос о стихотворениях, как это все бывает. «Давай поженимся сегодня». Фраза. Я смотрел с балкона, смотрю, написано было, знаешь, на этом, на асфальте пишут. Там, «Днем рождения, я тебя люблю». А тут было написано «Давай поженимся сегодня». И вот настолько мне понравилась эта строчка, что его к чему это привело. «Давай поженимся сегодня. Или оставим так, как есть. Ты снова сделаешь мне больно. Я не смогу тебя прочесть. Твоих страстей, твоих желаний я правда не смогу принять. Оставишь горсть воспоминаний и брошенные меня опять. Давай поженимся сегодня. Представь, какая будет весть. Судьба, старуха злая сегодня, тобой мою пятнает честь. Влечет к тебе, влечет печально, и кровью будоражит кровь. Была ли встреча та случайной? И будет ли иная вновь? Давай поженимся сегодня, или оставим, как идет. Ты снова сделаешь мне больно, но к свадьбе нашей заживет». Вот. Песню. Я лучше песню спою. Есть еще, кстати, другие стихотворения. Да вон целая книжка. Ты посмотри, вот миллион. Это я просто похвастаться поставил зрителям.
На самом-то деле, вот я и хотел именно это попросить тебя прочитать, потому что есть тоже замечательный клип, где ты идешь по городу, вот, по-моему, читаешь, его же вроде бы, да? Да, вот как раз. Вот чудесное настроение там и стихи, да. Замечательно. Я думаю, что если зрители поищут в интернете, вы... Да, конечно. Так, ну что нам еще спеть? Какого рода? Вот раз уж мы заговорили о первом альбоме роковом, да, вот когда я еще не писал такие авторские песни, Высоцкого не пел ни разу, я сейчас покажу песню, как раз заглавную песню с первого альбома. Называется она «Снова встать». Значит, опять началась там пустая жизнь. Модное радио, телек, яичница, брать только главное, выкинуть лишнее, первое правило, бить только ближнего, грызть. Тесно в метро, кто рожден пассажирами, едут, сцепившись локтями и жилами. Тетки толкают телесами жирными, ждут. Кто-то мусолит газету вчерашнюю, кто-то улегся блондинкой украшенной. Где выходить? Не ответят, не спрашивай, врут. Все, врут. Розовый мальчик с глазами влюбленными ждет у подъезда студентку зеленую. Планы на вечер неопределенные, страсть. Милиционер с очень важной рожей тоже заждался хмельного прохожего. Шпага, погоны, усы, как положено, власть. Каждый новый день гнет тебя к земле, но оставить след ты попробуй. Подними глаза и попробуй встать, ты попробуй спеть снова, снова. Хватит гулять. Дома харя похмельная с телеэкрана споет колыбельную. Все надоело, пора бы бездельнику спать. Глаза закрываю, лежу и не мучаюсь. Да все хорошо, все нормально, все к лучшему. А вот утром попробую, может, получится встать. Снова глаза закрываю, лежу. Все хорошо, все нормально, все к лучшему, а завтра попробую, может, получится все. Ну, я бы сказал, песни. Это вот первая песня, грубо говоря, с первого электрического такого альбома. У нас Максим Ермачков сегодня в гостях. И вы продолжаете писать вопросы. Пишет нам Катерина. Пишет: здравствуйте, назовите личность или личности, которые вас чему-то научили, являются для вас авторитетом. Вот как. Ну, мы уже говорили, да? Ну, повторить, может, включились Шай, чуть позже. Джим Моррисон, Курт Кобейн, Достоевский, Муслим Магомаев.
А если не из творческой среды? Андрей Дмитриевич Сахаров, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Много хороших людей. И было, и есть, и, надеюсь, будет. Всех как этих, и не упомнишь. Вот, кстати, в моих подсказках написано, что одна из песен нового альбома аж вошла в ротацию Берлинского радио. Есть такое дело. А вообще, как она туда попала? И как оно там воспринимается, потому что, ну, расскажу, радио — это радио. Скажу, Берлин, это именно в Берлине, да, мы говорим. Это единственный город, где вот есть русская радиостанция, где как бы крутят наших авторов. Вот, но она такая популярная, конечно, я имею в виду популярная, что там поп-музыка в основном. Поп, там шансон какой-то. Это русскоязычная радио? Русскоязычная, да, чисто русскоязычная. Оно вот одно в Европе осталось, которое... каким-то образом на FM-волне вещает для русских. Именно для русских. Вот. А как попало? Очень просто. Я пришел к ним, познакомился, сказал. Там как-то попроще, не как у нас. Там есть хорошая песня, ее есть шанс, что возьмут без всяких этих... Ну, может быть, каких-то контрактных дел, еще чего. Просто... Может быть, там есть какой-то вакуум такой музыкальный. Русский музыкальный вакуум. Безусловно. Ну, тоже. Взяли песню, потому что я ее специально сделал в таком плане, чтобы она им подошла. Ага. То есть не то, что там я написал чего угодно, и они взяли. Нет, я специально как-то задумался, что сделать. И стилизовал эту песню немножечко в таком старом, как вот раньше в Советском Союзе записывались. Виа, вот эти все. С вибрафончиками, с баянчиками, со всякими. Поэтому им понравилось, и хорошо. Покажу эту песню. Конечно. Песня такая, она весенняя, была написана в марте, когда все капает, капельки такие, весеннее солнышко. Белые крупинки на твои ложатся плечи монотонно, как с пластинки нам поет февральский вечер. Все поет о том, что будет скоро, будет все меняться, согревая льдинки судеб, солнце станет появляться. А на щеках твоих не так ли? Капли, 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 я люблю тебя, как будто утро, 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 утром в солнечном июле. Вспомню, как тогда внезапно нас снежинки обманули, на щеках остались капли, капли. Капли-капли на лице твоем смеются, им не верится, что завтра солнце ручейки прольются, и не верится, что скоро-скоро будет все иначе, в наш холодный бледный город солнечный заглянет зайчик. А на щеках твоих не так ли? Капли-капли-капли-капли, я люблю тебя, как будто утро-утро-утро-утро, утром солнечного июля вспомню, как тогда внезапно нас снежинки обманули, на щеках остались капли, на щеках твоих не так ли? Капли-капли-капли-капли, я люблю тебя, как будто утро-утро-утро-утро, утром солнечного июля вспомню, как тогда внезапно нас снежинки обманули, на щеках остались капли-капли. Звонко над землей летая, так что хочется проснуться, снега белого не зная, летние деньки начнутся. А пока последней стужи ждем покорного порога, а снежинки кружат, кружат, оно к теплу ведет дорога. А на щеках твоих не так ли? Капли, 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 я люблю тебя, как будто утро, 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 утро. Утром в солнечном июле вспомню, как тогда внезапно нас снежинки обманули, на щеках остались капли, 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 капли. Максим Ермачков сегодня у нас. Творчеством. Раз мы заговорили про Берлин, соответственно, про гастроли. Много путешествуешь по Европе, насколько я знаю.
И как там воспринимают, в общем, твое творчество? Потому что, ну, я не могу сказать, что ты прям вот играешь здесь со всех репродукторов и телеканалов, да? Да. И странно, что такой не очень известный человек здесь едет туда, и что, принимают? Знаете, да, принимают. Потому что я вот начал именно вот в Берлине выступать как автор-исполнитель конкретно. То есть там вот авторская песня более-менее поддерживается. Там есть взрослые люди, которые эмигрировали. И они как-то чтят эти традиции, собираются, к примеру, в Бремене, в Гамбурге. Ну, во многих больших немецких городах очень здорово вот эту авторскую песню они поддерживают. И поскольку есть интересующиеся люди, то меня и зовут. Угу. Ничего там великого, каких достижений специальных я не делаю. И публика насколько отличается от российской, так скажем? Ой, отличается она, знаете, только чем? Тем, что им, конечно, покомфортней. У них нет наших этих проблем у людей, и они могут действительно посидеть, порадоваться, послушать. Видно, что они такие очень открытые, очень здорово все это понимают, принимают. Потому что песни не могу сказать, что у меня такие они уж увеселительные прямо. Нет, они требуют некой работы от слушателя. Вот они это делают с удовольствием, потому что они попадают после концерта в свой такой более уютный социальной позиции мир. Ну так, конечно, тоже скучают они по родине, ты что ж говорить. У нас родина есть, у них далеко. Возвращаемся к твоим песням. Вот есть песня «Асса». Да. Расскажи, пожалуйста, про нее. Песня «Асса» посвящается моему учителю Олегу Коломийчуку. Это Гарик «Асса». Фильм такой, помнишь, был Соловьевский. Посвящается ему как человеку, который был моим другом и остался им. Поем тогда я, да? Конечно. Сейчас. Небо, дорога, слава.
Это Максим Ермачков, это программа «Наша музыка». Я Максим Горсков. А вы, зрители, между нами Максимами, я надеюсь, загадали такие желания. И надеюсь, они исполнятся. Эфир плавненько подходит к концу. Максим, традиционный вопрос. Творческие планы? Творческие планы. Концерты играть, поездить в Европу, может, заехать за оставшиеся до конца лета. Может быть, удастся попасть в любимую Одессу, не теряя надежды. В Петербурге сыграю осенью обязательно. Ребят сейчас соберу, так что ждите с ансамблем. И без ансамбля. И без ансамбля. Ну, я желаю всех творческих успехов и благ. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Я надеюсь, что телезрителям вы очень понравились. И я предлагаю закончить нашу программу еще одной песней, которую мы заготовили с презентации как раз альбома. Она называется «Настоящим». Ну, а мы, наверное, мы спасибо с вами прощаемся. На этом мы уходим из прямого эфира. До новых встреч. Это была программа «Наша музыка». Я Максим Горсков. А в гостях был Максим Ермачков. Спасибо. До новых встреч. Все равно дойду.